сколько нужно денег. Везде будет один и тот же план. Пич, генератор. С точки зрения характера барабанов, что я уже понял. Я записал низкую составляющую. I want my finger. Ту-ту-та-та-тум. Нифига себе. Не понимаю. Эй, йоу, ребятки, котятки, саунд-дизайнеры, композиторы, рок-н-ролльщики и все, кто меня смотрит. Меня зовут Антон Бустер, вы смотрите Живаго, и это первый пилотный выпуск. Вы спросите, а что это? Я очень долго изучал просторы интернета, где искал подробный гайд, поэтапно закрывающий все этапы от записи до продакшена, до формирования себя как артиста или закрывающий конкретный путь от анализа до завершения финализации трека, звука. Этот формат направлен преимущественно на закрытие живого написания различных композиций музыкальных в различных жанрах. Я здесь буду закрывать три постулата: изучение, анализ, выделение особенностей жанра либо конкретной композиции и финализация, куда входит сведение и мастеринг. Я буду вместе с вами проходить подробненько вот этот путь от написания конкретного трека, либо создания кавера, но с подробным разбором и моим фидбэком, который будет давать понимание, где какие сложности будут возникать у вас как новичка, либо уже прошаренного монстра, который работает над своим, к примеру, новым альбомом. Ну а еще, мои хорошие, конечно же, я буду делиться с вами уже успехами за определенный период своей карьеры. А именно, буду показывать музыку, которую я уже писал в документальные фильмы, и рассказывать, опять же, в лайв-формате о своем первом художественном фильме, в котором я также выступаю в роли саунд-дизайнера, звукорежиссера, композитора. Ребят, ну и обязательно досмотрите этот выпуск до конца, чтобы увидеть, что у меня получилось в итоге, чтобы увидеть проект изнутри. И, конечно же, для меня это будет лучшей поддержкой. И первый выпуск я бы хотел начать с одного из каверов. Показать, как я записываю инструменты, показать подробненько процесс, где я набивал шишки, какие приемчики сведения узнал и как финализирую и делаю похожие треки на оригинал. Какие особенности я выделяю при работе конкретно с каверами? Давай посмотрим на положительные стороны. Первое. Если был долгий период, как у меня, то обязательно ваша мышечная память рук, пальцев вспомнит, что такое форшлаг и как вообще играть пальцами. Второе. Вы погружаетесь в особенности отдельных треков и понимаете гораздо лучше структуру каждого из них. Однозначно, как ни крути, вы замечаете и примечаете фишечки, которыми уже пользуются именитые артисты. Четвертое. Это, конечно, глобальный плюс, для каждого он свой, но для меня это отдельная прокачка конкретных просадок в том же сведении, к примеру. А еще для себя я лично понял, что таким образом я быстрее научусь играть на барабанах, и сегодня это я, опять же, немножечко покажу. Ну нифига себе! Не понимаю. А, есть же замедление скорости. Даже... Барабаны, все, хватит. Примерно есть. Вот эта штука тебе нужна, а именно какой-то питч-генератор. У меня в данном случае это питчфорк, если ты играешь просто на гитаре или имеешь под рукой басовой гитары. В общем, все, что связано с октаверами, питчами, очень неплохо решает данные задачи. Это первая особенность, которая тебе
точно нужна при создании подобной музыки. Схем педали, которыми пользуется вокалист, гитарист Royal Blood, большое множество, там у него что-то типа пога, переключение, но это вы сами все загуглите. В целом, что я выделяю после анализа треков данной группы? Это 100% максимальная связь на ритмическом рисунке и качестве. Так, ну что, ребятки-котятки, мы в проекте, я покажу основы и какие-то фишечки-прикольчики, но сразу скажу, здесь нету вычищенного микса, ровненького, без грязи, туда-сюда. У меня не было задачи сделать идеальный микс, да и в целом эта задача будет стоять в следующих выпусках. Из интересного, вот покажу, кик. Кик записан, вы офигеете, кик записан на Rode NT1, вот этот микрофон. У меня не было микрофона, да, инструментального. Это, опять же, камень в огород для всех крутых звукорежиссеров, дядечек, которые рассказывают, что вот только на пульте из 200 каналов и на 250 микрофонов нужно записывать барабаны, и только так вы получите качество. А вот так она звучит. Минимальная обработочка, эквалайзер, да, то есть я понимаю, что все-таки есть составляющая ключевая у нас низкая, и не хватает немножечко... Второй идет CLA Drums от Waves тех же... Получается некий панч и, в принципе, нужный характер. То я вот выделяю с точки зрения характера барабанов, что я уже понял. Однозначно окрас, характер его делает непосредственно рум. Слышите, да, как рум меняет наш с вами характер барабанов? В общем, так звучат барабаны из еще каких приколов. Понятное дело, да, по вокалу здесь ключевое ритм-секция, и слышно, что я криво играю. Кто не слышит, пишите в комментарии, вот, а кто слышит, все равно тоже пишите. Ну, в общем-то, учусь, понять и простить. Как уже говорил, не вытягиваю вот эту партию. Основную, да, то есть в том же диапазоне, как hey, little monster, I've got my... Я записал низкую составляющую и записал немножечко в более высокой. Вот здесь уже слышится, что в натяг, но с учетом того, что это в натяг, я подмешал его просто в основной микс, да, вот этих двух вокальных партий, и... I've got love on my fingers, lust on my tongue, you say you got enough. Неплохо, неплохо, вот, ну и в общем-то все, по гитарам то же самое, дубли, ключевое, ребятки, вот один из секретов, который точно расскажу, покажу, чувствуете разницу, да, вот, ну в общем-то это коротенечко, а если хотите еще разочек посмотреть полностью, переходите на Boosty, ссылочка будет в описании, там я покажу и раскрою полностью по каждой обработке и сделаю акцент наблюдений, которые я понял, опять же, при работе над этим треком. Вот. Вот только так. Потихонечку выдергивай что-то, и получается нужный материал. Вот. Всех прошу, не закапывайте себя, если есть желание творить, старайтесь, выкручивайтесь из того, что есть. Я вот показываю вам на собственном примере, что нет ничего невозможного. Можно зарабатывать и на любимой музыке. В следующих видосах буду показывать, как мои саундтреки попадают, моя музыка попадает в документальные фильмы, в рекламу на ТВ. И все так же в процессе, в реальных проектах я учусь. И это к вопросу, опять же, что не нужно закапывать себя вот в начинаниях и в понимании, что якобы, ну, особенно наслушавших всяких умников с Ютуба,
что вот оказывается только так и никак больше. Поэтому не надо, не надо. Если кому-то интересно прям посмотреть от и до внутрянку, что я где вытягивал и как двигал, то на Boosty вы можете посмотреть полный скринкаст проекта, где я подробненько рассказал, как я делал вот эту постобработку и как вытягивал нужное звучание. Ребятушки, мне очень интересно получать вашу обратную связь, тем более на первом выпуске. Напишите в комментариях, какой последний кавер вы играли и вообще в целом понравился вам этот выпуск или нет. Какой урок мы усвоили с учетом данного трека? 100% необходимо иметь свое звучание, звукоизвлечение, конечно же, связка музыкантов, педали. Все это формирует уникальное звучание. И над этим очень важно работать и прорабатывать каждую часть. Питчи Octavere дают интересное звучание, и не стоит их недооценивать. Я в своей работе над саунд-дизайном очень часто прибегаю к подобной модуляции. Нельзя недооценивать работу с ритм секции и звукоизвлечением, потому что от этого формируется кач и грув всей песни. Следующее, что я понял, это достаточно минимальные обработки на этапе сведения, но максимально уделять внимание деталям на этапе записи, на этапе баланса, чтобы добиться интересного звучания. Но я надеюсь, этот первый выпуск получился интересным, насыщенным. Для меня это тоже новый опыт, и, конечно же, ваша поддержка сейчас максимально важна, с учетом того, что у меня был долгий перерыв. Но если вам действительно зайдет подобный формат, я буду делать такие выпуски на постоянной основе. Подписывайтесь обязательно на меня и не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. От этого тоже зависит многое в продвижении канала. И, в общем-то, все, до скорых встреч. С вами был я, Антон Бустер. Пока-пока, всех обнял. Если захотите увидеть целиком результат, ну и обязательно поставьте комментарий. Ребятушки, ну и обязательно досмотрите этот выпуск до конца, чтобы увидеть результат в конце. Блять.